Орхан, тогда покурю. Вы уж не заебали каждый раз за шмот на споре. Ой, блядь, нашли из-за чего ругаться вообще, блин. Хорошо, хоть таких разногласий нет, сейчас убивается все более-менее спокойно. Можешь мне 10% дать за плечи, мне скинул. Утя. Блин, где эти, блядь? 583 они. Сука, у Котласа танк лучше, чем мой, блядь. Правда, камни там, ну, 30 еще есть. Бля, почему 583? Ты шо, блядь? Ой, я пол зачистил. Воятелю 64 надо вставлять. 58. Подожди, не запускай, я вылетел. Давай, заходи, у тебя минуты есть. Так, Ромка не готов. По Ромке фулл ребафа раздали. Ставлю. Ставлю рыбу. Вот это топ талант на БДК танка. Просто минус 3%. А это 3% мастерства. А, нет. Это не мастерство. Это попадание. Уклон. Это не уклон даже. Это просто шанс промаха. Я не знаю, пашет ли оно вообще в ПВЕ или... Конечно, пашет. Но это как авойденс. Считай, вот допустим, у тебя есть 20% уклонения, 20% парирования. Это 40%. Всё, и 3% бля. Этой хуйни, это еще будет 3%. Но оно ни к уклонению, ни к парированию не относится. Это именно босс получает 3% шанс уклониться. Что ты, ну, промахнулся по тебе, именно промах, да. То есть он не санет. Ни у кого такого нету. Это топ талант. А чё ты Джурада кольцо не брал? А у Вара чё нету, что ли, хочешь сказать? Кого нету? У Вара. Нет, такого нету. Есть! Где? На талант рефлектов смотри. У кого чё-то нормальный скиньте? Минута до боя? Ну это заклинание. Ага, 38 секунд, охуительно. Оно относится вон к РБК заклинаниям мобов. К этим мобам в Герри оно не относится в рейдах. Че никак. Ну на трэш только. Заклинание прямого действия. Все кроме Рога готов съесть.
это даже пробьет, а нам не повезет. Ну, а что поменял? Чудовище по 4000 бьет, когда вырастает. Точно. А должно по 40. Да не, не. Они тут вообще вырастают, но хрен раз не вырастают. Я про то и говорю, оно должно по 40. Если бы оно работало правильно, мы бы получше треш били. Быстрее сливали. Пау. Ну что, вы до 11 продержитесь? Чего? Говорю, уже лечик побивает, стоп. Это Сурфан, блять, а не лич. А, я думаю, что за тишина, вы там ДПС даете. Общий. Мы никак не можем нормально рейд тут тестировать, да? Вы, блядь, хотя бы чувствуете, что это вот. Ольга, скажите. 19-860. Разогнал нормально. Ну нихуя себе, уже 14к даю, блядь. Значит, моя теория, как работает это говно в Т5, подтвердилась. Слава богам, блядь. Так, я ушел курить. Так. Угу. Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Я отведел паролу без... Как класс. Это уже идет по приор. Просто. Смотрим на Шредер. Шредер у нас 14 кдпс. Вот, они сейчас долетят, и как раз подойдет еще кто-нибудь. У кого там? Костиль, та же фигня. Я к ним приходил Starfall заранее жать. И всю шляпу, короче, чтобы еще трэш бить. Чува, микро. Потому что близко поднес. Трэшу хочешь, да? Вторая. Вот, дай я уведу.
Вас не учили, давай? Так, начальнику с 5к нахуй в трек. Казум, 14к в трек. Даже я, короче, хочет. Не знаю нахуй, давайте думайте что-то. Так как вы трэш, там на ней хоты висят, во-первых, а во-вторых, еще стаки висят от трэш. Ну вот и думайте, положи. Нахуй, что делать. Я ебал нахуй. Люди не умеют стану давать, не похуй. Я для начала не диспелят. А если бы диспелили, убили бы. Кези человек нахуй на сурке стоит, нахуй, нормально? Сорян, ребят. Сука, бейте сами этот трэш, нахуй. Понять и простить. Понять и попустить. Злой ты, ой, злой. Нельзя быть таким. После сурка, блядь, 10 секунд, 10 минут АФК, нахуй, как всегда, нахуй. Как так-то? Ну, сними, блядь, ты. И там вали... Невальки, а трэш. Мастер. Чё хочешь? Я пока курил, короче, вспомнил, у меня эти плечи, блядь, есть, нахуй. Заебись. Давай обратно их Онузаду отдам, скинь 58. Блядь, я скоро, сука, не буду никому нахуй никакой решать, либо ещё чё-то. Вот надо разок не поскидывать, нахуй, чтобы люди подумали. Смотрите в банке там сразу. Неустойка пусть платят. Войду, блядь. По одному, пожалуйста, сарики, блядь, и станы давай. А чё ты говорил, пан, там что-то Войд не говори так, что-то на леди. А, ну так, опять хуёво говорю. А, чё я говорю? Типа 3D друида могут контролить? Нет. Башню не... Нет, не что сказал, а как сказал. Ну, типа таким менторским тоном. Да, да, да. Да. Сакрис, сколько ты дал? Ты дал 13к. 13-260. Стан дайте. Чё? 14864. Самый маленький по этому левелу в рейде на 7-м месте по ДПС. Так этим левел не влияет на ДПС. Нихуя себе не влияет. Ну там, ну, напрямую не влияет. Конечно, не влияет. Влияют, ахуй, сонки ты юсил. Он не на 100% влияет. Я сел БК, что я... Влияют процентные модификаторы от сет бонусов Т4, Т10, Т5. Да, главное вовремя прожаться на тот же трэш. Если я даю поджигание, оно сперва по 200 тулит, а потом по 6 косарей по ним, да, лупит. Да, правильная ротация влияет. Знание класса, в общем. Мастер, лут. Батя сейчас пизды получит. Нет. Вы заебали меня каждый раз. Сука, отходите, блядь. У вас что там, сука, дома, блядь, блядь?
ДБ. Но это нечестно. Иван, как ты думаешь, мне доведется потанчить меча в мишке выжима? Про товари есть только в Т5, наверное. Не, я про мишку. В мишке. В этом мишке? Можно, только надо фулбис целка хэм, тогда можно. И двух рок. Да, двух рок, вот это верно. А иначе ГГ будет. Ну, сам понял, да? Да. Да мне кажется, Рога и Хан хотя бы хватит уже. Ханту некогда, он должен бить, понимаешь? А Рога не так. Ну почему некогда? Там на пулт у него 3 секунды идет. В принципе, я-то за Ханта не играл, поэтому немного точно сказал. Короче, там на второй фазе Джайны, там, короче, огонь. Вот, и там, короче, чередуются три способности. Ну, она бьет по танку огненным шаром и стакает стаки, и танки там меняются, типа. Если много стаков набрать, там 10, то оно будет тикать там по 30 тысяч, там, ну типа возгорание вот это, маговское обычное. О, когда моя прелесть будет, давайте, подкиньте, батьке. Вот, ну и короче он кидает метеоры, 6 метеоров, вот, и в них надо забежать. Если один человек без прожимки забежит, он сдохнет, там делится дамаг типа. Вот, и нужно забежать нескольким людям, или один может под тучкой там, или под ШВ закрыть. Но если один, хоть один не закрыть, то по рейду пройдет дамаг большой, и будет еще на весь рейд повесится дебаф плюс 25% урона от огня. Ну это считай вайп рейда, то есть тупо один метеор не закрываешь, вайп рейда. Два метеора там стопудово. Вот. Ну он, короче, чередует лучи, там нужно в метках стоять, которые, в которых никогда лучи не бывают. Ну там просто ваншот. И короче вот эти метеоры и два вида а меток. А лучи, ну на платформе на этой. Они рандомные, но есть места, где их точно нет. То есть есть места, где они есть, а есть места, где их нет. Да, там изи, там видос есть у меня на канале. И короче там два вида меток кидается на людей. Кидается метка одна вокруг кольцо такое. Из полосок огненных. Да, оно, короче, если ты с кем-то рядом стоишь, то оно такое же вешается на этого челика, если не вынести, типа, нужно просто в сторону отойти, оно протикает там 5 секунд и все. И, короче, метка кидается самая хуевая, короче. Ее, короче, надо вынести на край платформы. И босс там будет кастовать коллапс какой-то. Ну, когда выносишь, там лужа разливается огня такая маленькая. И потом, когда она кастует коллапс, все лужи эти ползут к ней. И она, типа, потом взрывает такой метеор какой-то над башкой по всему рейду, шипы разлетают. Ну, короче, если в эту лужу встанешь, то там дебаф какой-то. Мимо, отойдите. Вот, вся фишка. Вынести эти лужи. На те места, где, типа, эти лужи будут ползти и... И заденут людей, которые стоят в местах, где не бывает лучей, короче. Вот, это тупо вся вторая фаза. До 50% хп она идет. Направо.
Нет, не сразу. У нас минус 2. Может, с рыба-то идете? У тебя отойди, блядь, с копытом встал на рыбу. Мастер, скинь 58 хп. Нет. Почему? Спасибо. РДДшники по кругу рассосались, взяли рейджу друг тут. У нас, по идее, должен ходить РДДшники. Или не хватает? Восемь? Тотем поставьте, куда вы носить будут. Восемь РДДшников. Плюс стат. Что выносить? Что выносить? Что выносить? Что выносить? Вносить на другом боссе. Это не тот босс. Трупики в тотем выносите. Хорошо. Плут. Отличные новости, народ. Еро. Чай чутка простоит. Хорош, китамер. План, дарник. Чулан, китамер, дарник. Отличные новости, народ. Я починю трубы. Давай Джерода поднимем. Это было бы лучше, да. Бомбарит. Хорошо, что я не прожал. Потому что если я сказал, что один должен барить, значит должен барить. А когда он барит, тоже другой. У него бронки поёбывают. Большой или КД. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. О, трое блюют, нормально. Четвертый блюют. А че китами на РНЖ делают? Я не знаю. Стой. Меня просто раз ставили. Стой. Я просто не ставил.
8 РДД, и я 9 на РНЖ. А ты от Блива, ты перебегай. Я вижу, большого никто не будет забирать. Четыре. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Ты дальше вот сейчас снял? Готовьтесь. Побежал. Побежал. Отличные новости, народ. Я починил ужасные новости, народ. Так на ней бафов не было, он блевал и все. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Ленчики, да? Нет, не якуть. Не знаю, нахуя ты ГП вот. Это 10%. Который минору прищу. Так, мастера. Кровь кому-то надо. Ну кто пост брал, то какие сайт. Так. Никому кровь, да? Так. Забафайте дроида, пожалуйста, там каску МП5 пристабаф. Не падал. А чё, турбо перестал на РТ ходить? Стальник, инту дай. Чё говоришь? Походу он сгорел от обычных квест. Понятно. Да. Если такая же хуйня будет продолжаться на этой неделе, нас я реваю из гильдии, я ебал. Предупредил сразу. Так. Не, ну я тоже занят, блять. Я даже сейчас занят. Ну, я как бы
50 на 50. Либо хожу, либо помогаю. Ну, так как могу, короче. Все, я думаю, так делают. Ну, кто из старичков. Раньше больше времени было, больше сидел, а сейчас приходится выбирать просто. Ставь его в кружок в центре котла, пожалуйста. А то миликов заблюем РДД. Угу. Ну, блядь, вынести нас. Гимн на ХП уйду. Давай, Дюран. Чё, котлас вообще никогда не прожимаешь? Забафайте. Шреддер, ты в висе? Да. Приготовься, когда скажу, на меня каплю кинешь. Жрат, залейте его. Давай, просто кидай, Шреддер. На себя БЗ. А то убьет нахер. Ну вот сейчас под блоком. Я скажу, Карлас. Забирай. Спорами уже бегает. Да, чё, а чё, в три, в одну, в мелизону, да, в три решили? Чё, пизда, блин? Ты сказал не сбегаться. Или медь. Может, герл? Давайте. Даша, дай по мне этот. Приходится на 150, как после стан. Классная гимна, Ману. Давай, Котлас, хиньте его. На мне газ. Забираю. Бля, кидал зуб, но только кап. Нахуй вы сальву кинули какой-то. Зачем, Котлас? Сальву на тебя кинули. Милики, в правой ноге никогда не стоят, там нихуя не видно, пельмени вошли, блан. Пиздец. Вам посоветовал, где стоять, но вы меня все равно не послушаете. Что оставил столько газа, я его даже чувствую. Там никто не стоит, никогда, почему-то.
Сила гнили надо кому? Да, надо. Короче, выше меня есть то, да? Бисовые перчатки, Дретрик. Ну как бисовые, как ко мне? Да, ДК. Катлас. Да, Саджиро, есть выше тебя. За фул получай. А ты вот, если ты будешь ливать, ты в какую гильдию пойдешь? Да мне похуй, я не знаю, если я буду ливать вообще. Сколько вы этого А? Ты лагаешь хуже. Это где свобода от Османа, да? Которые пики блиндеры были, да? А кто там ГМ гаджет? Кто говорит, Гвардзин это Guardians of Freedom, что ли, которые? А кто там Гвардзин? Гаджет. Первый статик там только ходит, остальных вообще просто засирают. Если хочешь вещи покупать за голоду. Вот такое вот у меня отношение. Могут просто кинуть. Не знаю, что говорить. Гаджет может быть и нормальный, но нервный капец. Я же неделю у них был, и это прям шок. На Молчезаре тогда дошли в гору Гердыч, 8 часов сидели. Меня взяли, кикнули просто. Просто потому, что мне друган пришел. Шары. Так. Нужно подойти. Так, так, так. Сколько ставить пинг на зажатие? Лот. Сколько повтори, пожалуйста. 29. Красавчик. Боешка. Галя колечко на базу. Внизу стоим или на лестнице бьем? Вы внизу, все, кто умеет контролить, вверх пойдем. Да. Следующее. Шредер даешь контроль. По кресту у нас дает контроль мать. По черепу у нас дает контроль прось. Принц самохренный бес. Ну и чё, блядь, контролить будете, нет? Не спустите.
Как он заебал? Говно, жопа. Потому что вы можете стать в одну кучу, сука, а не по всей комнате. Убивайте ромки. Там череп, череп. Тролли обда... Мастер, ты случайно не приболел? Я придумал новый рассказ. Рядовой Якутия называется. Почему? Как почему? Угарно звучит. Потому что это прапорщик. Прапорщик мастер, ебать. Генерал Чулан, ебать. Адмирал Медвей. И генералиссимус The Doom. И боцман вой. Да ну, блядь. Так. Ефрейтор Шреддер, блядь. Хорош. Ефрейтор. Тиры раздали половину. Я в шахте. Сап, сука. Ложись, блядь. Я умею сейвить. Тебе как хп нет, для сейва так не отдал. Он еще не... Быша отдал. Пизда. Просто кто лучше всех. Эн. Загибали меня цапать только. Сука, 5 сапов подряд у меня. Ой. Танки. Еще кто-то ой, прям прилетело. Щитом в руках умер.
пиздец. 254-й полипал, а нет, что не было. Может, ты хотел сказать, ничего не падает? Даже не падает, а кольцо упало, я даже не знаю. А, так, все сделал потише. Кого-то там на заднем плане вообще не слышно. Это Маликет. Или Джованни. Это Джованни. Понятно. Что, меня не слышно? Да ну у меня просто музыка чуть-чуть играет, там процентов на 10. Тебя вообще не слышно. Дайте фул риба. СС, что, да? Нет? На чулана повешу. Жирненький, лови. Джованни, убери у себя АФК. Касочку, пожалуйста. Ой, я, короче, даже дамажил без камня, пипец. А? Джованни, Касочку. Спасибо. Надеюсь, не умрешь. Блять, ладно, я еще больше, чем принцев не люблю. Я просто мастер там косячить. Лот. Хорошо быть хоть в чем-то мастером. На то. Не хухры-мухры. Это тебе не шубу в трусы заправлять, да? Бегу на сферы, а? Сука. Так, блять, видишь, что тебе так нахуй копится? Чё вижу? Чё, видал, что он не сдох? Сферы. Скоро слева цели. Дали гер. Сфера мотается, черная. Пойду заберу ее. Она прям не хочет. Пружинка. Кто проебал РДДшник? Вторую. На. Красавчик. Все РДДг. Дал ШВ за хильте. Китами. Берни мастерова. Все встать, господи. Фул прохил. Ой, назад, гим на ХП. Нету прожима, короче.
Уроните, блядь. Ладно, это так. РДДшники, сука, дрочат нахуй. Кто не бил, 5000 гп, нахуй. Так кроме сфер ничего не бью, войд, блядь. Ну я же не говорю чуланы, я говорю РДДшники, блядь. Я знаю, что ты бьешь. Блядь. Тут кто не бил, блядь, пидор просто. Я уж думал за Фурика начать. В рот, вы шо не... Говорю, а чё ты думал за Фурика? Я думал это топор уже кидать в эту в кинетику нахуй. Взяли ко мне, подбежали. Взяли. Стою спокойно. Вот всегда, сука, рейд, где про товар танчик, портит какой-то другой пидор, но не про товар. Из-за этого... Не успел. Сейчас упадет. Охуенно, я полетал по цепу. Я не успеваю все это говно бить в солян, я заебался уже. Да все, ложитесь. Да ладно, я помогаю, братан, как могу. В смысле, ложитесь, нахуй. Че, ебанулись, что ли? Я не знаю, кто это. Давай, че охуел, блядь? Ну. Вот, что сфера, сука, не сфера. В смысле, блядь, рекаунт открываешь и смотришь, там сразу видно, кто не бил. Вижу, нахуй, ты первый по ДПСу по посту. Вот опять прям к РДД зоны милики прибежали. В другую сторону нельзя бежать. Даю тебе. Долго. Уйти, блядь, это слава часа. О, микстурка пришел, пойдем на профа. Нет. Вот. Если император царь Турбо каким-то образом позволит к нам явиться, нас, то возможно пойдет. Толдорама добил. Ой, дед, на скорость. Че, Валька или Лана? Лана. Пошли Вальку, можешь ебанем. Ладу потом Вальку. Чё ты для Ладу не хочешь делать? Разряд. Хочу хилом поиграть. Вот рада бисовая игру. Да, это бисовая, я не знаю. Че, еще раз? А я не знаю, я когда ты. Шкаф поставьте в экстурку. А то у меня, блин, на крит вообще какашка стоит. Я и даже не чарил особо. Не сагрить.
Лутера, да, я осколок заберу. Не знаю, титами могла, а... Титами у нас девушка или парень? Девушка. А почему не ролила? Или не надо? Кто-то на что-то копит приоритет и так далее. Кто-то хочет Т5 и так далее. Ну Т5 говно, не забирайте Т5. Ты там вот, пока... Вот, знаю твою позицию насчет Т5, да. Я только пришел, у меня еще дофига приоритетов сейчас. Не, ну знаешь, если цифра 17к в протоваре, нахуй, это, ну, Т5 охуенная тема. 17к ДПС, либо. У вас есть... Не, имею в виду, сам вот я Джураду, я ж только пришел, у меня ДП вообще нет. Толку. Вышел, вот чувак и шел в 10-ю. Убейте, а ты трэш идите крить. Потому что кто-то не терпится трэш. Вот, он только был, я не знаю, возможно, его какие-то исследования. Ой, варта через двуручку. Ну про двуручку. Вар фуди, когда танчит. Про двуручку это бред. Он танчил под стаками, на десятке ПС. Но, блядь, на него если серию кидали, понятно, но это десятка обычно. Ну, я не знаю, ну это полный там, бред, нахуй. Там игрок просто, там ты хуй, когда кем-либо сорвешь. Ну это круто, конечно. Надо это увидеть. Ну про двуручку это бредятина полная. А я видел, да, согласен. Ну это надо смотреть, там, ну, даже если двуручка, надо смотреть. Если там двуручка, стоит, то там однозначно, что танк долбоёб. Потому что, блядь, перекура, сколько перекур работает. Ну кто перекуривает, а кто почистит? Курить, мы чистим. Задымлю. Вообще, как бы должно быть, да, больше дамага, там, если еще его в РП пробовать собирать. Ну это как бы. Да, я не знаю, какой там абсорб такой должен быть, блядь. Плюс как он работает, абсорб. О, как Вара сложила. Типа он и. Как единственная аура вешается и заменяется. Вот ты, допустим, раз тыкнул, он повешался. И второй раз тыкнул, он заменил тот старый баф этим новым абсорбом, типа. И вот как это работает. Там, блядь, самый адекватный будет этот, ну, фикс. Это, короче, КД поставить на хотя бы там секунды 3-4. Ах ты ж. Да не, это бред. Я просто представляю себе, что Вар с двуручкой, ну, ему нечего делать ни на Личе, как МТ, ни на Халионе. Понимаешь, то, что ты ходишь хоть с двуручкой, хоть с одноручкой, там, блядь, разницы нет, сколько ты нанесешь урона с экзи. Там идет урон от твоего атак-повода. Ну вот, поэтому двуручка нахуй не нужна. Насчет спека тоже не знаю. Вот, допустим, критический блок очень хороший талант. Если вар с двуручкой, то ну это бредятина. Не прокачивать до критического блока. Ну бред какой-то. Охрана топовый талант. Короче, обычный протовар должен быть щитом, потому что щит дает кучу поглощения, вот это блокирование дофига дает. Дофига урона. А с тем поглощением просто непробиваемый будет вар. Но опять же, там стаки ему накопить надо. 10 стаков, и так-то не хухры-мухры. Там, наверное, символ на вихрь ставится, чтобы быстрее спать. Не знаю, может быть. Ну да, вихрь обновляет кровопускание. Но до всего этого надо еще накопить миллиард голды, воронки, блять.